Всем здравствуйте! Сегодня будем делать какой-то яблочный пирог. Вот. Для этого мы разбиваем в емкость два яйца. Добавляем 100 грамм сахара. Ну и, конечно же, куда же без нашего любимого ванильного сахара. Добавляем один пакетик. После этого все перемешиваем. Добавляем 150 миллилитров молока. И опять все перемешиваем. Затем добавляем 200 грамм муки. Затем добавляем разрыхлитель. И после этого все перемешиваем. Тестом разобрались. Теперь пора заняться кремом. Для этого мы добавляем 250 миллилитров молока. Для крема нам также понадобится 100 грамм сахара. Теперь добавляем одно яйцо. Потом добавляем 1 столовую ложку муки. Ну или крахмала, ну, просто у меня крахмала нет. Ставим на плиту, на средний огонь и просто помешиваем. Где-то, по-моему, он будет вариться минут 10, может, где-то минут, не знаю, 15. Ну, на среднем огне. После того, как форму смазали сливочным маслом, теперь добавляем яблоко. Теперь добавляем тесто. И теперь осталось только налить сверху крем. Теперь все как обычно в духовку на 180 градусов. Вот такое чудо вот получилось. Очень вкусный.